Балван ағайыз қаба ұлы құжым құлдың 110 жылдық мәрекесіне участники международного турнира, уважаемые болельщики, Госагентство по туризму и спорту при правительстве Кыргызской Республики, от имени всех представителей спортивной общественности нашей республики, горячо и сердечно приветствовать открытие международного турнира, посвященного Каба Улу Кожамкула. Бұл турнирден өтіреші мұна Каба Улу Кожамкулдың 110 жылдығына байланысты болғандықтан бір екі ауыз сөз айтып кетуге тура келіп отыр. Сіздер жақсы білген Қырғызстанның қырғыз елінің көрнекті ұлы Каба Улу Кожамкул өзінің ұрпағында өзінің балуандығыменен ғана емес, ошондой эле өзүнүн элин сүйгөндүгү менен элине кылган көрнөктүү инсандардын бири болчу. Бул кишинин балбандыгынын, бул кишинин өзүнүн ак ниеттүүлүк, ишмердүүлүгү менен бир топ ооз жана бир топ китептер жазылып, бир топ чыгармалар чыгып отурат. Аны сиздер жакшы турнирдин катышуучулары сиздерге чоң рахмат. Ошол менен бирге сиздерге ийгилик каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Этот турнир посвящается 110-й годовщине Каба Улу Кожамкула. Об этом вы хорошо знаете. Горного стиля. Пожелаю спортивных, хороших результатов. Чтобы вы проявили и показывали, демонстрировали свои лучшие качества физические, технические. Еще раз заявить о нашем богатыре на вес СНГ и даже дальнее зарубежье. Но я думаю, что несколько слов скажет потом представитель этого фонда о целях, задачах, какие они обозначают перед фондом. Все пожелаем нашим спортсменам удачного старта и прекрасных побед. Успехов! Слово представляется президенту общественности. Шунда айтылган мен Кожомолду анчан тестерге баянын айтып кетейин. Кожомол калалык 1889 жылы Жайыр районуна караштуу Суузанур аймагында туулган. Жаш күнүндө өзү экинчилер көрдүм. Кийин 1956 жылы күзүндө дүйнөгө кайткан. Кожомолду мына биз мен анча мынча элес булас көрүп калдым. Эми Кожомкул бул киши көтөргөн ташы 1 тонна 20 килограмм болгон. 1 тонна 20 килограмм. Кийин 780 килограмм, 620 килограмм, 780 килограммга чейин. Бул эмне деген күч, эмне деген дам? Кудай Таала адамды жаратканда күчтү бергенде акылды бермейт. Өкө мына көчө жакында ағайын туған қырғыз елінен жапшыққан балдары, намысты балдары ұшы Кожомкул фондысын түсу керек деген идея болды. Ошол идеяны біз түскөнүбүзгө мына бір 8 айдай болып қалды. Бұл жаңы үшүрді. Бұл өкіметке де қарабай, бұл елдің қаалосы мына жерде тұрғандардың барлығы ошол Кожомкул фондысына мүше болып Кыргызстан ар бир аймактары Кожомкулду билген киши жок. Средняя Азия биле деген Кожомкулду. Кожомкул өз учурунда ача төштүн айына жактаган киши экен. Бул киши тендерге кылган эмес экен. Вот бул киши алган чыгарма башчы. Кожомкул көчөгүнө Кыргыз АССР болуп турганда жылы тактай кетпиз. 20-нчы жылдардан кийин болуш керек. Ушул битик и тем самым, в общем-то, гласит тот приказ, который был издан госагентством за высокие спортивные результаты на чемпионате. Премия госагентства по туризму и спорту. Также награждается Нурбек Изабеков, если он здесь. Но он по индивидуальному плану готовится к чемпионату мира. Сегодня может и не быть. Наши молодые борцы, которые готовятся к мастеру спорта.
все дадут и продолжим соревноваться. Пошла вторая минута. Два и один балл бацу синий трико. Два балла бацу синий трико. Объявляется первое замечание. Thank you.